Соблюдать строгий масочный режим призывают жители ЯО региональные власти. На заседании с участием предпринимателей области были озвучены рекомендации, согласно которым посетители торговых центров, магазинов и супермаркетов, а также их сотрудники должны всегда иметь при себе средства защиты. Ситуация более-менее стабилизировалась, но мы все ждем с наступлением сентября очередного всплеска, и он обоснован. Сегодня люди выехали отдыхать в иные населенные пункты и регионы. Я уже знаю, что порядка десятка, допустим, есть заболевания, привезенные именно из отпуска. Галина Соколова отметила, сегодня необходимо донести до жителей важность средств индивидуальной защиты, которыми нельзя пренебрегать. Во многих торговых точках правоохранители отмечали отсутствие масок у продавцов и тем более у покупателей. Эту ситуацию надо менять, считают местные власти. Бизнесменам рекомендовано предпринять меры по установлению масочного режима на территории их учреждений. Все это необходимо для того, чтобы осенью не пришлось вновь вводить в области строгие ограничительные меры. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21.